Интересненько. Ну, в Among Us только две роли, а вот в мафии больше. Я думаю, так будет поинтереснее. О, фартануло. День обещает быть суперским. Надо выяснить роль мамы. Доброе утро. Твой завтрак уже на столе, милая. Кстати, какую роль тебе дали? Я мирный житель, мама. Я и не сомневалась, моя дочь не может быть плохим человеком. А ты кто? Я доктор. О, ты будешь лечить меня? Конечно, милая. Я, конечно, понимаю, что это просто игра, но я не стану убивать свою маму. Привет, Сара. О, Бет, ты видела? Нам дали роли. Только я пока что не понимаю, что я должна делать. Я вампир, но я не понимаю, что могу. Я выбрала Джейка, и он не стал вампиром. Он просто не разговаривает. Интересно, так у нас не обычная мафия, а с особыми ролями. Я думаю, каждый день ты можешь выбирать, кого заткнуть. Если ты укусишь человека, он не сможет говорить сутки. Быть мафией интереснее, но быть вампиром лучше, чем просто мирным. Быть миром полный тухляк. Спасибо. Ой, ты обычный житель, прости. Сару я пока что не хочу убивать. Выберу кого-нибудь другого. О, Джейк, а я тебя как раз искала. Я слышала, ты сегодня не можешь говорить. Это хорошо. Значит, ты никому не сможешь рассказать мой секрет. Ты станешь моей первой жертвой. Вы слышали, мафия убила Джейка? Да, нам надо срочно найти мафию, это может быть любой из нас. Сара говорила мне, что она выбирала Джейка, и вот он умер. Видимо, она мафия. Да, мне она тоже это говорила. Давайте посадим ее в тюрьму на голосовании. Теперь ты будешь сидеть за решеткой, пока игра идет. Вы совершаете ошибку, я всего лишь вампир. Бет, скажи им. Я не знаю, кто ты, Сара. Может быть, ты врешь. Бет? Да, мистер Генри? Я все думал, почему ты была против Сары. Она ведь твоя лучшая подруга, а ты не поверила ей. Да, но в игре нет места чувствам. Я должна мыслить трезво. Я тоже решил мыслить трезво и проверил тебя. Я знаю, что ты мафия, Бетти. Я шериф. Какой-то вы глупый для шерифа. Нужно было идти с этой информацией к другим. Стой! День так быстро пролетел, капец веселая игра. Слушай, мам, у меня только один вопрос. Что такое? А куда деваются люди, которых типа убивает мафия? Они вернутся к нам в конце игры? О чем ты, Бет? Эти люди умирают, они никогда не вернутся. Ты законов, что ли, не знаешь? Постой! Они что, умирают навсегда?